когда Иден что-то взбредет в голову, она непременно осуществит это, особенно при поддержке Сиси. Ерунда. Остановить можно каждого, и обычно не одним способом. О чем ты говоришь? Марк, прими это кольцо, знак моей любви и верности. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, я объявляю вас мужем и женой. Скрепите ваш союз с поцелуем. Спасибо, Святой Отец. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Пойдем. Господь благословил союз Марка и Мэри. Так давайте помолимся за их счастье. Помолимся за всех нас и поблагодарим Бога за его любовь к нам. Будь снисходителен к нам, Господь Всемогущий. Услышь наши молитвы, и пусть эта пара, соединенная святыми узами брака, будет счастлива. На этих узах строится наш мир, и через них мы обретем свое спасение. Аминь. Мы не будем мешать вам. Благодарю вас за то, что вы пришли на нашу свадьбу. Джилл, можно мне остаться с ним? Хорошо, я буду в коридоре. Спасибо. Марк. Ты слышишь меня? Да. Марк, мы поженились. Ты так хотел. Теперь мы вместе. Мы будем счастливы. Непременно будем. Ты только поправляйся. Поговорим на чистоту, Керк. Зачем мы притащились сюда? Играть в прятки? Ты сказал, что знаешь, как обмануть Кэпвеллов. Выкладывай, довольно темнить. Помолчи немного. Объясни, зачем я должна говорить Иден, что у нее нет доказательств моей вины? Зачем говорить ей, чтобы она оставила Брэндона в покое? Джина, вижу, что ты правильно поняла ситуацию. Иден подозревает тебя. У нее нет доказательств. Ты не договоришься с Иден, если будешь ссориться с ней. Опять то же самое. Как ты любишь все усложнять, когда речь заходит об Иден? Я жду твоих объяснений, Керк. Брэндон, что с тобой? Что случилось? Роза? Ничего, ничего, все будет хорошо. Привет, Брэндон. Я сразу догадалась, что ты здесь. Сантана, нам надо поговорить. Конечно, мама, но сперва я поиграю с Брэндоном. Нет, это подождет. Ты должен сейчас поспать, дорогой, а потом встанешь и поешь. Я не голоден. Я отведу Брэндона в спальню. Сейчас ты закроешь глаза и заснешь. Спокойной ночи, любимый. Поговорим с тобой позже. Хорошо. Алло. Это Сантана Андраде. Да, да, я перезвоню. Непременно ближе к вечеру. Около шести.
Может быть, встретимся в Устричной? Да, на берегу. В конце Андромеда-стрит. Хорошо, в 6. До встречи. Пока. Сантана. Ты хотела поговорить со мной, мама? Да, о Брэндоне. Ты же видела его. Да. Он мало ест, плохо учится в школе. Ты застала нас в тот момент, когда он чуть не упал с лестницы. Что? Он не оступился. Он стоял на лестнице. Потом побледнел и начал падать. Такое с ним не впервые. Бедняжка. Ты поняла, почему я так беспокоюсь? Мама, Брэндон скоро попадет в хорошие руки. В твои? Да. Значит, ты выходишь замуж. Я решила принять предложение Сиси. Дорогая, за Круза. Мама, оставь свои догадки. Что это значит? Круз сделал тебе предложение? Ты рассказала ему о планах Сиси? Крузу неизвестно о нашем договоре. Ничего не понимаю. Я выхожу замуж за другого. Что? Сиси сказал, что отдаст Брэндона, только если я выйду замуж, и ему безразлично за кого. Что ты задумала? Не беспокойся, мама. Это будет брак по расчету. Я перехитрю Сиси. Он придумал эту игру. Но победа все равно будет за мной. Нет, Сантана. Мама, это все очень просто. В Америке живет масса мужчин, у которых нет разрешения на работу. Им надо жениться на американке, чтобы получить нужные документы. Я договорюсь с таким человеком. Я не верю своим ушам. У тебя будут неприятности. Это же незаконно. Конечно, это будет фиктивный брак. Мы поживем год. А потом разведемся. Я обязана так поступить ради Брэндона. Ничего хорошего не выйдет из брака, где нет любви. Мама, я выхожу замуж из-за любви к сыну. Только из-за этого. Не смотри на меня так. Я знаю, что это плохо. Но другого способа я не вижу. Брэндону нужна мать, ему нужна я. Тогда выходи за Круза. Только не за Круза. Неужели ты ничего не понимаешь? Дорогая, если ты хочешь выйти за человека, которого не любишь, так пусть хотя бы он уважает тебя, любит тебя и Брэндона. Нет, я выйду замуж только за тем, чтобы получить Брэндона. Наш брак будет деловым соглашением. Круз женился бы на мне. Из жалости. Этого я не вынесу. Сиси знает о твоих планах. Я собираюсь рассказать ему сегодня. Сантана, он придет в бешенство. Это доставит мне большое удовольствие. Нет, Сантана. Сиси найдет способ опорочить тебя и твоего мужа и не отдаст нам Брэндона. Вот увидишь. Мама, он обещал. Он не откажется от своего слова. Я поднимусь к Брэндону, попробую накормить его. До встречи. Пока. Что, Керк, глаз отвести не можешь? Я помню нашу первую встречу. Я подумала тогда, этот парень из Гарварда разговорит даже рыбу. И до этого момента я в этом не сомневалась. Что произошло? Язык прикусил. Молчи, Джина, прошу тебя. Если бы не авария на шоссе, ты бы не догадался, что Иден обманывает тебя. Что молчишь? Правда, глаза колет? Если этот мексиканец любовник твоей жены, то рано или поздно ты их поймаешь. Иден беспечна, ты это знаешь. Я просил тебя помолчать. Кажется, мы хотели найти способ подступиться к Иден. Не впутывай меня в свои интимные дела. Неверность жены твоя проблема. Ошибаешься, Джина. Иден твоя проблема тоже. Мне пора идти, я не знаю, где Керка, у меня еще не упакованы чемоданы. Ты готов? Дорогая, я останусь в больнице на тот случай, если Мэри понадобится моя помощь. Я тоже останусь. Иден, если хочешь, я могу вызвать тебе такси. Мейсон, я с удовольствием подвезу Идена. Круз, я не думаю, что... Папа, все в порядке. Спасибо, но я сумею добраться сама. У тебя есть фотографии розового платья, но это ничего не значит. Джина, я знаю, что платье было порвано. Иден тоже об этом известно. Ей будет нетрудно догадаться, что ты попыталась подставить ее. Не обязательно. Пусть она знает о платье, но это вовсе не означает, что я отключила систему. Она дала понять, что у нее есть доказательства твоей вины. Тогда почему она и ее любовник сидят сложа руки? Джина, пошевели мозгами. Зачем им спешить? Они тщательно подбирают доказательства для обращения в суд. Вряд ли они пойдут на это. А ты будешь гарантом моей безопасности. Джина, мы с тобой заинтересованы, чтобы события той ночи остались в тайне.
Привет, Иден. Круз. Вы оба неплохо выглядите. Пожалуй, я тоже пойду. Не хочу опаздывать на... Просто не хочу опаздывать. Всего хорошего. Где ты был? Сиси хотел, чтобы я оплатил медицинские счета Маккормика. Я пропустил венчание. Я пришел сразу, как только освободился. Я могу отвезти тебя домой, разумеется, если ты не против. Иден. Марк, я так рада, что мы поженились. Когда ты выздоровеешь, мы заживем чудесной, счастливой жизнью. Я знаю, ты хочешь иметь детей. Я тоже хочу. У нас будет много-много детей. И нам придется купить большой дом. Ведь дети всегда заводят собак, кошек и всякую прочую живность. Возле дома будет большая лужайка. И мы обязательно купим семейный автомобиль. Мама и Кристи будут иногда оставаться с детьми. Мама всегда хотела иметь внуков. Нет, Мэри. Что с тобой? Я говорила о маме и о наших детях. Сегодня наш день, и мы должны поговорить о нашем будущем. Марк, ты так много сделал для меня. Ты подарил мне любовь, но не только ее. Ты научил меня прощать и просить прощения. Ты научил меня быть. Спасибо. Марк. 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 Доктор, у него приступ. Не волнуйтесь. Давай подвинем аппаратуру. Я прошу вас покинуть палату. Нет, я профессиональная медсестра. Мэри, это твой муж. Я не хочу, чтобы ты видела его в таком состоянии. Мне очень жаль. Мэри, дорогая, присядь. Нет, я пойду в церковь молиться за Марка. Кто бы мог подумать, что я получу букет на этой свадьбе? Мейсон, ты, как всегда, бестактен. Отец, ты же не знаешь, как я отношусь к Мэри. Я понимаю все. Ты напоминаешь мне стервятника, который кружит над Маккормиком в ожидании его смерти. Миссис Манчини, я звоню по поручению Иден Кэпвелл. Да, Иден Кэпвелл. Она решила переделать несколько юбок и хотела бы зайти к вам сегодня в течение дня. Отлично. Я так и думал. Что она сказала? Никаких новостей. Отец, я никому не желаю смерти, и особенно Марку. Ты забыл, сын мой.
Недавно я был объектом твоих желаний, от которых едва не умер. Я не ожидал такого итога. Перестань, Мейсон. Уж я-то знаю, как ты относишься ко мне. Я надеялся, что ты изменишься, но ты убил эту надежду. Я твой сын. Почему ты так ненавидишь меня, если в сущности совсем не знаешь? Ты сам не знаешь себя. Если бы знал, то не задавал бы таких вопросов. Мэри, тебе нужна помощь? Не стесняйся. Да, вы можете помочь мне. Я ценю ваше участие, но прошу вас уйти. Нет, Мэри. Мейсон, я знаю, что происходит между вами, и не хочу присутствовать при вашем разговоре. Мэри, я обеспокоен болезнью Марка. Если потребуется помощь, можешь звонить в любое время. Спасибо. Береги себя. Береги. Мэри. Мейсон, уходи, пожалуйста. Мэри, я не могу оставить тебя в такой момент. Не могу. Хорошо. Мэри, мы решили делать операцию. Спасибо, доктор. Вы оказали мне любезность. Сегодня доктор примет Брэндона. Когда? Скоро. Я не хочу, чтобы ты присутствовала на приеме. Это помешает Брэндону. Почему? Если бы он жил со мной, он был бы здоров. Довольно, Джина. Я позвоню тебе позже. Я расскажу о результатах осмотра. Я не уйду до тех пор, пока ты не выставишь за дверь Сантану. Я попрошу уйти вас обеих. Почему? Я не хочу расстраивать Брэндона. Он будет нервничать, когда увидит вас вместе. Да, ты, конечно, прав. Еще бы. Ты готова на все, чтобы умаслить Кэпвеллов. Удачи, сеньорита, но у тебя все равно ничего не выйдет. Сантана, не беспокойся, я тебе тоже позвоню. Спасибо, но я бы хотела поговорить о твоем предложении, Сиси, прямо сейчас. У тебя есть что-то конкретное? Да. Я хочу вызвать адвоката, чтобы он юридически оформил наше соглашение. Ты это серьезно? Да. А разве ты против того, чтобы перенести свои обещания на бумагу? Нет, но я думал, что по ряду причин ты не хочешь придавать это дело огласке. Обсудим некоторые спорные моменты. Ты сказал, что после замужества я получу Брэндона. Да, что в этом ясного? Ты ведь хочешь, чтобы я вышла замуж за Круза? А если я выйду замуж за другого, останется ли наш договор в силе? Я не понял. Что тебе не ясно в моем вопросе? Почему ты задала его? Мне интересно, выполнишь ли ты наше соглашение или нет. Сантана, я не понял, что ты им хочешь сказать. Наш уговор остается в силе, а лучшего мужа, чем Круз, тебе не найти. Круз не знает о нашем договоре. А чего ты ждешь? Я ничего не расскажу Крузу. Позволь узнать, почему. Потому что я знаю Круза. Он женится на мне только ради того, чтобы я получила Брэндона. Сантана, разве ты не понимаешь, что я пытаюсь помочь тебе? Я хочу, чтобы ты и Брэндон жили нормально. Сиси, ты обещала дать Брэндона, как только я выйду замуж. Я хочу, чтобы ты подтвердил свое обещание, а затем выполнил его. Хорошо, обещаю. Услуга за услугу, Сиси. Я обещаю, что никогда не выйду замуж за Круза Кастильо. Ты решила выйти замуж за другого. Можно узнать, за кого? Скоро узнаешь. Я приглашу тебя на свадьбу. Джина! Ты спятил. Ты испугал меня. Выйдем, я ждал тебя. Я ждал тебя. Я забежал навестить Брэндона. Ты собираешься выдать меня Сиси? Нет. А теперь помолчи. У нас неприятности. Иден поехала к портнихе. Пустяки. Я позаботилась об этом. Адрес на ярлыке переправлен. Подожди, я слышал, как она звонила ей. Она хочет подшить юбки, но это всего лишь повод. Она знает о втором платье. Меня это не волнует. У нее нет доказательств, Керк, и не будет. Я заплатила миссис Манчино, чтобы она держала язык за зубами. Джина, мы говорили об Иден Кэпфелл. Она фантастически богатая женщина. Она легко заставит говорить молчаливую миссис Манчино.
Я очень в этом сомневаюсь. Смотри сама, я предупредил тебя. Но не удивляйся, когда Кастильо постучит в твою дверь. Подожди. Я все же не верю тебе, Керк. Ну ладно. Однако подстраховаться не мешает. Подстраховаться, значит? Поезжай домой, я позвоню тебе. Как только Иден выйдет из дома, затем заеду за тобой, отвезу к портнихе и покажу, как Иден заходит в ее ателье. Может, это убедит тебя в том, что я говорю правду? Хорошо, посмотрим. Иден, ты уже собираешь вещи? Они собраны. Помоги мне вынести сумки. Конечно. Хорошо. Любимая, я совсем забыл. Звонила твоя портниха. Она сказала, что очень занята и отдала твой заказ в другое ателье. Он готов, и ты можешь забрать вещи. Ты записала адрес ателье? Да, конечно. Олден Авеню, 112. Ателье миссис Манчино. Это по пути в аэропорт, я успею забрать их. Ты не опоздаешь? Нет. Кстати, я очень хотела получить этот заказ. Превосходно, я сейчас принесу сумки. Спасибо. Сантана? Что с тобой? Ты не поймешь. Чем я могу помочь? Ответь мне на один вопрос. Скажи, хорошо ли иметь отца, готового на любую подлость ради счастья своей дочери? О чем ты говоришь? Пора бы тебе знать, что Сиси начал вмешиваться в жизнь других людей и считает, что делает это для твоего блага. Он принесет в жертву любого, кто может помешать тебе. Сантана, успокойся и говори, в чем лучше дело. Лучше спроси Сиси, пусть ответит, почему он разлучает вас с Крузом. Приношу свои поздравления. Теперь ты миссис Маккормик. Мейсон, перестань. Кажется, я тоже многое сделал, чтобы эта свадьба состоялась. Я знаю, Мейсон. Ты сделала свой выбор. Мэри, я был готов на многое ради тебя, но никак не ожидал, что буду выдавать тебя замуж. Мне остаться с тобой. Да, я не хочу быть одна, когда мне сообщат, что Марк... Садись. Мэри. Что случилось? Простите, что заставил вас долго ждать. Операция была сложной. Как? Состояние вашего мужа стабилизировалось. Что? У него началось кровотечение, которое вызвало сердечный приступ. Нам удалось справиться с ним. У нас есть все основания полагать, если, разумеется, не произойдет ничего непредвиденного, что он будет жить. Невероятно. Мы удивлены не меньше. Спасибо. Я понимаю, вы хотели бы поскорее увидеть его. Я дам вам знать, когда будет можно. Спасибо. Я рад за вас, миссис Маккормик. Прими мои поздравления. Я всегда желал тебе только счастья. Какое соглашение было заключено с Сантаной? Договор был такой. Сантана выходит замуж, а я отдаю ей опекунство над Брэндоном. Ты с ума сошел? Я хочу, чтобы у мальчика была нормальная, спокойная жизнь. С Сантаной и Крузом? Ты говорила с Сантаной? Ответь на мой вопрос. Сантане нужен муж. Ей не обязательно выходить за Круза, хотя они были бы отличной парой. Папа, я не хочу ущемлять ничьих интересов, в особенности твоих. Тебе понятно? Это общие фразы. Ты поступаешь жестоко. Тебе известно, что Сантана хочет получить сына. И Круза тоже, Иден, дорогая. Поговорим откровенно. Я знаю, что тебе тяжело, но у Круза теперь другая жизнь. Я хочу, чтобы они поженились. Папа, мне известно, что Круз не хочет жениться на Сантане.
Кто тебе это сказал? Думаю, ты не хочешь, чтобы я отвечала на этот вопрос. Ты права. Мне будет неприятно услышать, как ты... Папа, кто дал тебе право вмешиваться в жизнь других людей? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты же знаешь, у вас с Керком очень удачный брак. Я ненавижу твою привычку манипулировать чужими жизнями. Я люблю тебя, Иден. Я знаю, ты будешь переживать, воображая, что близкие тебе люди несчастны. Не забывай, ты замужем за Керком, а у Круза своя жизнь. Хотя я понимаю твои чувства. Ничего ты не понимаешь, папа. Я знаю, ты пытаешься помочь мне, но вместо этого только портишь все. Я так устала от тебя, Керка и Круза. Что вам всем нужно от меня? Каждый из вас преследует свои интересы. Иден, послушай. Извини, Роза. Простите, мне сказали, что ты хотел видеть меня. Роза, ты слышала, что твоя дочь собирается выйти замуж за человека с улицы? Да. Ты пыталась отговорить ее? Я предупреждала ее, что она совершает ужасную ошибку. Ошибку? Роза, она совершает самое настоящее преступление. Я полностью согласна, Сиси. Как ты думаешь, можно внушить Сантане, что она ошибается? Я перепробовала все аргументы, но она настаивает на своем. У меня есть на примете человек, который может повлиять на нее. Крузу ничего не известно о твоем договоре с Сантаной. Круза не посвятили в наши планы, хотя все было бы по-другому, если бы он знал о них. Мне не нравятся твои методы, Сиси. Возможно, но ты знаешь, что я прав. Сантана и Круз созданы друг для друга. Я тебя всюду искал. Немедленно уходи отсюда. Почему? Я встречаюсь с другим человеком. Если ты не уйдешь, то испортишь мне все дело. О чем ты говоришь? Круз, я все объясню позже. Уходи. Ты серьезно? Да, если ты хоть немного любишь меня, то уйдешь, не задавая лишних вопросов. Хорошо, хорошо. Я ухожу. Сантана, ты умеешь выйти из мужчин веревки? Где же он? Я отнес сумки. Спасибо. Хорошо, что ты едешь в аэропорт на своей машине. Я с удовольствием проводил бы тебя, но у меня назначена встреча. Керк, я поехала. Я боюсь опоздать на самолет, а мне надо еще к портнихе. Ты записала адрес? Да, Олден, авеню 112. Правильно. Звонила доктор Логан. Она просила меня зайти к ней. Позвони ей и отмени прием. А если что-нибудь серьезное? Если бы было что-то серьезное, она давно бы сказала, в чем дело. Керк, я не совсем понимаю, зачем я еду туда одна, но я рада, что ты меня отпускаешь и не устраиваешь сцен. В последнее время ты изменился. Ты стал совсем другим. Неужели? Ты замкнулся в себе и стал неразговорчив. Это следствие моего срыва в больнице. Наверное, это так. Обещаю, подобное больше не повторится. Я поехала. Пока. Пока. Счастливо. Джина, Иден только что выехала. Я приеду через 5 минут. Жди на улице. Рад познакомиться, мисс Андраде. Спасибо, мистер Контрарес. Вы вполне можете называть меня по имени. Меня зовут Сантана. А я Луис. Луис. Хорошо. Почему бы нам не присесть? Да, да, конечно. Спасибо. Я сперва скажу,
Почему я хочу жениться на тебе? Ты знаешь, моя самая заветная мечта — стать гражданином Америки. Да, я понимаю. Прости меня, но я думаю, что не совсем. А, Сантана, я люблю Америку. Я долгие годы жил в этой стране. Но ты знаешь, я был только наблюдателем. Мне приходилось лгать и прятаться. А, Сантана, я хочу быть честным человеком. Я надеюсь, что ты сумеешь помочь мне. Пожалуйста, помоги мне. Да, но помощь будет взаимной. Да, да, мисс Андраде, вы очень молоды, вы головокружительно красивы. Вы можете рассчитывать на хорошего супруга. Я приведу вас в свой дом, я много работал, у меня есть кое-какие сбережения. Это правда, я не обманываю. Нет, 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 деньги не интересуют меня. Я преследую совсем другие цели. Я понимаю. Мисс Андраде, Сантана, я не могу задавать лишних вопросов. Пусть дело не в деньгах, но я уверяю тебя, что ты не будешь нуждаться ни в чем. Друзья считают меня человеком старых традиций, но я глубоко убежден, что муж должен содержать жену. Я вырос с убеждением, что брак основан на уважении. Хотя вы в Америке можете считать меня старомодным. Что ж, может, ты сумеешь... Луис, прекрати! Мисс Андраде, чем я обидел вас? Ничем. Я понимаю, это будет фиктивный брак. Сантана, я сделаю все, что ты хочешь. Сантана, пожалуйста, пожалуйста, Сантана. Замолчи, ни слова больше. Невероятно. Я знал, что мистер Си может играть нечестно, но здесь он превзошел себя. Он делает это из добрых побуждений. Он прикрывается ими всю свою жизнь. Неудивительно, что она избегает встреч со мной. Сантана не хочет втягивать тебя в эту историю. А где Си? Я хочу поговорить с ним. Он ушел, я не знаю куда. Хорошо, я разыщу его. Спасибо. Подожди. Что? Это еще не все. Да? Сантана нашла человека, который готов заключить с ней фиктивный брак. Она знает этого парня? Нет, они познакомились по объявлению. Надо же додуматься до этого. Она хочет вернуть Брэндона. Я мечтаю, чтобы Си прекратил давить на нее. Жизнь Сантаны неинтересна ему. Он хочет устранить меня. Крус, мне жаль тебя и Сантану. Не беспокойся. Мистер Си пытался давить на многих, но ему не заставить меня плясать под его дудку. Крус, прошу тебя, поговори с Сантаной. Попробуй вразумить ее. Она совсем не слушает меня. Хорошо. Наверное, тебе было нелегко обратиться ко мне с этой просьбой. Да, Крус. А ведь Си хотел, чтобы наш разговор состоялся. Прости. Ты не виновата. Все правильно. Я рад, что ты обо всем мне рассказала. Но я никогда не прощу мистера Си. Кирк, иногда ты несешь бред, но иногда говоришь и разумные вещи. Я рада, что послушалась тебя. Мы ждем Иден всего несколько минут. Нет, слишком долго. Или мы пропустили ее, или она решила не заезжать в ателье. Она приедет. Сомневаюсь. Молчи, жди. Почему ты так уверен, что она приедет? Иден уезжает загорать на Гавайи, а нормальные люди перед поездкой туда не подшивают свои юбки. Джина, я устал повторять. Иден уезжает по делам, у нее плотный рабочий график, а сюда она приедет не ради своих юбок, а за тем, чтобы проверить тебя. Я подслушал ее разговор. Лучше бы ты ошибался. Согласен. Ведь ты утащишь меня на дно вместе с собой. Именно поэтому ты помогала мне, а я сейчас помогаю тебе. Ты не помог мне ничем, Кирк. Это были напрасные хлопоты. Ты ничего не доказал мне. Подожди, а фотография — это пустяки? Да. Джина, как мне вдолбить в твою голову, что Иден знает обо всем? Порванное платье находится у нее, так? И скоро она узнает, где оно сшито и кому принадлежит. Это вопрос времени, а потом тебе крышка. Кирк, она не приедет. У тебя очередной приступ безумия. Подожди, Джина, куда ты? Я ухожу. Нет. Почему? Оставь меня в покое. Разве у тебя мало своих проблем? Лучше разберись со своей женой и ее любовником. И в следующий раз не надо звать меня с собой в засаду. Прими совет. Не шляйся по ателье, а прочеши дешевые отели. Заткнись, Джина. Будь поосторожнее, когда начнешь шпионить за Иден и Крузом. У них есть дурная привычка взрывать дома.
Подожди. Нет. Что? Она? Невероятно. Не может быть. Иногда и ты ошибаешься. Что ты делаешь? Не хочу, чтобы Иден заметил нас. Кирк, ты в самом деле поможешь мне? Не обращай внимания на мое поведение. Наш договор остается в силе. Браво, браво. Браво, Джина. Я потрясен твоими актерскими способностями. Я аплодирую твоему искусству. Кирк, увези меня отсюда. Испугалась? Да. Ты не выйдешь за меня? Нет. Это было заблуждение, ошибка. Называй как хочешь. Объясни мне, почему? Все очень просто. Я не люблю тебя. Естественно. Ты не знаешь меня, но со временем... Нет, Луис. Это невозможно. Это противоречит моим убеждениям. Брак заключается на других основаниях. Вообще-то ты права. Но, к сожалению, у меня нет времени найти девушку, которую бы я любил. У меня тоже. Но таким путем я не могу решить эту проблему. Извини. Я понимаю. Но если ты хоть немного изменишь свое отношение... Ну что ж, до свидания, мисс Андраде. Прощай, Луис. Желаю тебе удачи. А я желаю тебе выйти замуж за любимого человека. Отлично. Иден. Все крутится вокруг Иден. Она причинила мне больше неприятностей, чем все остальные Кэпвеллы. Она хуже Сиси. Она хуже Мейсона. Если она попытается посадить меня за решетку, я выеру все волосы из этой прилизанной головки. Да, так я и поступлю. Что? Ты меня слышишь? О чем ты думаешь? Не надо, Джина. Я хотела найти музыку, чтобы снять напряжение. Я предпочитаю тишину. Почему? Музыка мешает мне думать. Думай, мыслитель. Размышляешь о своей жене? Как бы я хотела добраться до нее. Даже не представляю, что бы я с ней сделала. Все-таки ты болван, Кирк. Зачем ты женился на ней? Такая женщина, как Иден, никогда не забудет Круза. Всю оставшуюся жизнь она будет держать его на привязи. Все Кэпвеллы такие, она в том числе. Знаешь девиз этой семейки? Захватить и уничтожить. А Иден хуже каннибала. Многие считают, что Мейсон разрушил мой брак. Но это совсем не так. В этом повинна только Иден. Папенькина дочка ревнует меня с первого дня. Теперь она дошла до ручки, ревнует собственную мать. Я не представляю, как она будет воспитывать своих детей. Она слишком эгоистична. Посмотри, как она обращается с Брэндоном. Ты был свидетелем, как она кричала на него. Она дорого заплатит за это. Она заплатит за все, я позабочусь об этом. Ей не удастся засадить меня за решетку. Я раздобуду доказательства ее вины. Я найду способ справиться с ней. Наверняка у нее есть секреты. Кирк. Теперь ты понимаешь, с какой женщиной ты связал свою судьбу? Иден далеко не образцовая жена. Кирк, хватит молчать. Ты слышишь меня? Кирк, это очень важно. Почему ты молчишь? Я выслушал твой монолог, но я и без тебя знал, что Иден шлюха. Заканчивается посадка на рейс компании Pacific Airlines. Иден. Круз, что ты здесь делаешь? Я только что узнал о сделке между твоим отцом и Сантаной.
Почему ты молчала? А я узнала об этом только сегодня. Ты могла позвонить. Я торопилась на самолет, и у меня не было настроения. Ты не позвонила только поэтому? Рано или поздно ты бы узнал об этом. Ты способен на благородные поступки. Я знаю, ты женишься на Сантане. Не откажусь от тебя. Круз. Дорогая. Отдохни как следует. Надеюсь, у тебя будет возможность отдохнуть от суеты. Я обязательно встречу тебя. И буду ждать. Подумай об этом до своего возвращения. Иден, я никогда не откажусь от тебя. Никогда. Иден, я не смогу жить без тебя. Никогда. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Джон Седвик. Продюсеры Джилл Фаррен Фелпс, Стивен Кент и Леонард Фридлендер. Круз, что ты делаешь здесь? Присаживайся, Сиси. Это мой офис. Почему ты распоряжаешься здесь? Есть серьезный разговор. И ты не выйдешь из кабинета до тех пор, пока он не будет закончен. А можно вас, мистер Харт? А в чем дело? Произошла накладка. Мы остались без дилера. Эрик заболел гриппом, а Селли сегодня отпросилась с работы. Не беспокойтесь. No, I'll take care of it. Я все улажу. Спасибо.